Итак, управление машинкой нашей от акселерометра. Одна из крутейших функций приложения SchemeCar. Нажимаем управление от акселерометра. Так, вперед. Надо знать, где вперед у машинки. Тут, кстати, по-моему, вперед и зад перепутан. По крайней мере, на моей машинке. В общем, привыкнуть надо. А вообще круто очень. Привыкну, сделаю еще одно видео. Пока что-то непонятно. Но работает очень круто. Приложение очень крутое. Так, выключаем, значит. Еще у них тут есть виртуальный руль. Ну, это я тогда научусь заранее и привыкну, и покажу вам в другом видео. В следующем. Всем пока.